Это у тебя мандраж от страха, все хорошо. Извините, конечно, что. Не-не-не, Маша, послушай меня, всякое бывает. Ты меня слышишь? Нет, все хорошо. Всем привет, друзья! С вами ваша Маша Маева. И это новый выпуск моего шоу, который называется. И сегодня у меня в гостях самая горячая девушка, сия русского ютуба. Обычно она говорит своим зрителям круто-круто. Круто-круто! Все круто! Что у нее все круто, но сегодня, я думаю, что-то пойдет не так. Итак, Маха Горячева. Эскимос Мария, скажите, пожалуйста. Вы когда-нибудь купались в проруби? В проруби? Но что-то нет. Нет, ни разу? Прям вообще нет? Вообще в 2 года. Последний раз. В проруби? Да, когда крестили. Тебя крестили в проруби? Ну, конечно, я поэтому такая жесткая. Маш, ты проверяешь, я сейчас в шоке. Тебя крестили в проруби, не в купели, а вот прям вот во льду. Ну, конечно, там, где я жила, помнишь, Сибирь, вот это вот, западный округ, там у нас только так и крестят обычно в прорубях. И про Питер, что ли? Да, да. Как думаешь, сколько сможешь продержаться в проруби? Ну, минут 10 достаточно будет. Но это не точно. Даже я столько не могу. Ну, 9.5. Нет? Да ну секунд 10, чего я сыкло, залезу, у меня как дрожь пойдет, я скажу, Господи Иисусе, спаси мою душу, и вылезу. Слушайте, я, конечно, не эксперт, но, по-моему, сейчас зима вообще, январь, часы мне подсказывают. И то, чем мы занимаемся, это как минимум аморально. Давайте сейчас зададим ей один вопрос. Вот сейчас на улице -7. Зачем Маха приперлась вообще? Я правда не поняла. Ладно, мне надо людей для шоу найти. Кстати, друзья, если вы хотите, чтобы в этом шоу искупался ваш любимый блогер, то я уже сегодня искупаюсь. То вы в Инстаграме под всеми постами пишите ему в прорубь к Маеве. Не забывайте добавлять хэштег. Маша. Да, малыш. Ты готова купаться? Купаться? Ну, даже не знаю. Хочешь попей? Коктейль? Да, давай, коктейль. Какой вкусный коктейль. А теперь купаться! Маша! Тихо. Я хочу домой! Маша! Да ты шутишь, нет! Это у тебя мандраж от страха, все хорошо. Извините, конечно, что. Маша, послушай меня, всякое бывает. Ты меня слышишь? Нет. Все хорошо. Сейчас мы с тобой одеваемся и идем домой греться, чай пить. Слышишь меня? Да. Ты моя хорошая, ты моя зайка. Да. Я это сделала! Собственно говоря, друзья, да, бывает и такое. Маха на самом деле очень смела, потому что ей стало очень страшно. У нее очень начали сводить ноги. Да, это испытание не для слабаков, и не каждый может залезть в прорубь. Маха большая молодец, если честно. Я удивилась тому, что она смогла все-таки окунуться, потому что мы тут собирались очень долго. Уже даже я начала подмерзать. Но это было круто, друзья. И если вы хотите, чтобы в этой проруби искупался ваш любимый блогер, и я его смогла уговорить, мне нужна ваша помощь. Давайте в этот раз мы напишем Янго в Инстаграме, в Твиттере, просто где только вы можете, хэштег в прорубь к Маевой. И тогда я его уговорю искупаться в этой проруби. Маха большая молодец. Ссылочка на ее сети и на YouTube в описании. Ну, а на этом все. Всем пока. И не забывайте, что на улице -7 вообще. Никто же не против, если я не буду купаться.